you two are getting rough. My mind just sounds like Shia LaBeouf. It says no, 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 no. Just no, 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 no. And every time I see him with you, my heart sounds like Shia LaBeouf too. No, 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 no. No, no. Подписчики моего канала, с вами Павел, с вами Егор. Ваше здоровье. Да. Мы решили, ну как мы, я решил сделать проект в школе. Мы решили. Я решил. Я решил, а ты пошел. Алкашка. Короче. Мы решили сделать школьный проект. Я думаю, вы уже увидели несколько кадров. Я думаю, я уже вставил их заранее. Где мы сегодня были, где мы опять сегодня будем. По-быстрому сейчас зайдем сразу же на крышу. Да? Будем на крыше? Да? 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 Да! Вот, будет две части. Первую часть мы заснимем сегодня, а мы, наверное, побудем еще как раз в этом здании. Может, кто-нибудь еще залезем, если найдем какое-нибудь место. Вот. И будет вторая часть, где мы уже отдаленные места Люберец найдем. И интересные места Люберец. Петрозаводск поедешь? Да. И там доснимем уже вторую часть. Так что сейчас мы идем вон туда, на крышу. Так что увидимся. Стоп! Так, ребята, снова идем в эту жопу. Но теперь мы знаем, куда идти. Фонарик все-таки хрень. Еще такая. Тут, в принципе, светло. Зачем его потом хочу взять? Там еще будет темно. Красота. Особо ничего не поменялось тут. Хотя начинали стройку. Походу, как увидели это говно внутри, так сразу все перехотели. Тут это жутко холодно. Раз, закрой. Подожди. О, смотри, зачем починили это? Стен. Куда идем? Как всегда, ребята. Жадненько куча говна. Чё, в принципе, не поменялось. Только рука моя мерзнет.
Вот, да. Откуда в прошлый раз бежал тот чувак, который заносил сюда что-то. Да, блядь. Охуеть. Чуть я... Вижу, у меня нога соскользнула. У меня две руки, ребята, заняты. Одна несет телефон, другая камера. Если я буду лететь, что-то из этого разобьется. Либо я, либо что-то. О май гад. Красота, ребята. Лифт сломан, да? Вообще обида. Я руку левую не чувствую, вот в чем обида. Красота. Какую башню? Вон, видишь, помощь на башне. По крыше, туда. Друзья, вот и что перед нами стоит? Ну, как это башня? Да не, я про другие говорил. Фу. Я буду, ребят, срезать или ускорять некоторые моменты, чтобы так долго не идти, так что для вас все будет быстро. Так, ребята, вот наша лесенка. Паха. Давай я вырублю телефон, нахуй. Так мешается. Если один раз наступлю, он не вышел мне. Давай, пойдем. Давайте первый, я не хочу, я потом не слегал. Вон крыша. Прям по той крыше туда. В принципе... Ты хочешь сейчас вниз пойти по крыше? Не, я не предлагаю тебе этого делать, но в принципе есть. Я потерял, что есть возможность на меня попасть. Пытаюсь понять. Да куда ты? Иди вперед. Давай. Ты хочешь пойти? Давай. Вперед. Любитель по балу. Вниз мы не спрыгнем туда, ты что, ебанулся? Тихо. Крыша скользкая. Она же вверху. По-моему, там снизу можно было пройти, помнишь? Потом посмотрим. Там снизу, там где окна были забаррикадированы. Ребята, если лазите по таким лестницам, никогда не спешите. Всегда идите медленнее. На последних ступеньках прыгайте. Ага, и по вниз. Ага. Как это так. Там решетка, да? Да. Смотри, вот. Вот ты сейчас гвоздодером будешь ебаться, да? Или пусть ты ебашка там есть. Да, тут можно пролезть. Но пачкать все. Одежду. Тем самым. Ага. Да, я про него и говорю. Она правее находится, пах. Thank you.
Я забыл. У нас тут... Там, наверное, уже нет крыши, но посмотрим, все равно я не помню. Сейчас проходил, не заметил. От оттуда ты, боюсь, не допаркуешь. Да. Может, все-таки попробуем через эту дырочку? Не, я не полезу. Пачки тебе держат, почему? Пойдем попробуем. Все возможно. Все возможно. Ты меня не увидишь. Да, пах, тут рабочий цех, пойдем. Блять, я даже хуй знает. Ну что, есть вообще шансы перелезть? Держись за эту, прежде чем встать. Ну чё? Сильно? Мария, а на тут выше можно перелезть? На какую? На ту? Да, так вот тут прям проход есть. Ну хочешь, давай залезай. А, ребят, мы рискованные, только ради видео мы это делаем. Да, у меня двое часов с собой. Сейчас увидимся. Умирать. Ребятки. Смотри, какая здесь высота, вы точно не запутали. Да. Ребята, тут моя нога. Там где есть. Не надо, не прыгай. Оба она. Стой, стой так, стой так. Сейчас подожди, я туда. Оп! Все, давай, подожди. Надо было... Да, если нас сейчас тут примут. Да не примут. Знаешь, что надо было, Егор, взять с собой? Пойди. Рыбацкие ботинки, которые мне до... Смотрите, ребят, куда мы идем? Это я уже протоптал. Да. Пойдем или не пойдем? Да мне все равно, что. Мы не принципиально. Я даже могу сейчас прыгнуть, под ногтями. Ага, прыгни, блядь. Нет. На первый этаж. Ёб твою мать. Просто посмотрите. Ну реально, колено. Блядь, я еще ниже тут. Провалюсь, да. Можно. Ну рискованно и не рискованно. Знаешь, как можно, смотри, можно лечь и колбаской покатиться. Колбаской катись, блядь! Ну ты не провалишься, то. Ты будешь просто по инерции катиться и быстро найдешь вот это вот косяка. Только я не уверен. Чем искать? Может быть, снег закрыл, может быть, там пространство есть между косяком. Вот именно. Стоит ли рисковать? Прямо здесь и закончим. Он уже палку взять и палку так снег, оно больно не расчищать. Давай, дай попробуй расчистить. А что, блин, бери палку расчищай. Я камеру подержу. Где ты палку сейчас возьмешь? Вон там 50. Ну лезь тогда. Да, там есть палка. Ну бери, лезь. Куртку держи. А тут я что, гордил, говнился? Как я вылез? Ты палка, я... Ты палка, не знаю, что можно делать с палкой. Бери бревно большое, будем его кидать, по нему будем идти. Ага, катиться, блядь. А потом будем его, да. Уи! И что с ней делать? Долби снег. Можно, знаешь, как, смотри, двумя руками берешь, вот так расчищаешь. Вот так. Понял. И нахуй мы тупые, блять, а? Ребята, мы просто в ахуе. Чекайте. Мы все промокли. Я не знаю, как нам туда дойти, ребята. Надо перелезть. Мы не знаем, если здесь вниз. Обрыв. Палкой мы это проверим, блядь. Там вот есть крыша. А тут провода, блядь. Че, вперед, через провода проверим. Ты уверен, что прямо вот под низом сейчас, куда мы насыпем, нет провода? Вот давай таким палкой. Смотри, если был провод, оттуда пробивать не будет. Ты видишь, вон идет провод, и он под низом выпирает. Ну, нет, даже не видно, чтобы провода сюда шли. Вон. Это ты видишь, откуда он идет, дурак? Он по забору обмотан.
Ладно, ребят, сейчас что-нибудь придумаем. Может, пойдем дальше, а может, уже все. Дорогие друзья, я, блядь, случайно выбрал фотографию, я думал, мы снимаем. Там есть дыра сквозная. Я только что подкинул туда палку и еще засыпал при этом стежком. Объясню. А что там пиздули? Там, да, быстрее. А теперь мы, блядь, удираем. Давайте, увидите. Ребята, мы вылезли оттуда, а теперь удираем. Но мы не сильно быстро спешим, потому что Егор думает, что нам здесь ничего не могут сделать. Не думаю, я знаю. Ага. Вот эти игры получится или нет? Вот тогда узнаешь. Все имеют право. В чем еще раз объясняю прикол? Там была то ли как труба, то ли что-то типа этого, которая то ли их грела, ну что-то, я не знаю, что там было, честно. Там был лед, а внутри сквозная дыра. Вот. И когда я закинул туда снег вместе с палкой, эта палка упала, как я не знаю, несколько тонн туда. И поэтому мы спокойно уходим оттуда, да, Паша? Да. Как говорится, крутые пацаны на взрывы не смотрят, да? Ну да. Ты прикинь, хуяк. Взрывы снизу. Ребята, вот изнутри снизу падает. Это все изнутри. Сейчас здесь. Не чувствую особо, поэтому мы бежим греться. Да, ребят, что-то типа этого, и она была в самом низ, потому что снег летел очень долго, а потом упал. Сейчас в пятерку пойдем погреемся. Мы еще поспорили немного с продавщицей, но я поспорил насчет адреналина, энергетика. Я собрался купить энергетик тупо по фану. Да. Но она начала сразу гнать, типа, 18 лет. Ну, это им сказали, что 17 лет на самом-то деле. Все знаете, что энергетики можно продавать. Даже не ради того, чтобы выпить, а ради того, чтобы просто... Интересно, может, что будет сделать? Все равно ноги все мокрые. Сайт горы, ёпт. Сейчас бы пилили, блядь, ещё сколько? Ты чего, 5 минут крутки нашего жизненного времени? Да, зато мы уже вышли. Ну, зато мы крутки, пацаны. Да. Сейчас, может, придумаем, может, кто-нибудь ещё залезем, так что увидимся, я думаю.